У нас еще одно включение экстренное. Ну-ка, фу. Ну-ка, отходите. Это Синди пришла к нам. Наша соседушка. Привет. Наша шоколадная. Нет, наверное, ты у нас, наверное, тирамису цвета. Тирамису такого. Вот она у нас такого цвета. Вот она, наша Синди. Но она у нас очень подвижная. Она в прошлый раз Татошу так загоняла, что мама не горюй. Ну, Синди, не горюй. Давай, Татоша, вперед, вперед, уходи. Ну-ка, идите, идите от ямы. Идите, ну, Синди, завлекай его, давай, завлекай. Давай, 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 давай. А то он тут уже расслабился, я смотрю. Расслабился. Он все под старичка косит. Ну-ка, давай, давай, говори ему, ну-ка, вперед скажи. Татоша, давай, сколько не виделись-то уже. Ну, вперед, вперед. А я пока тут кто-то накопал яму. Я буду ее охранять, секьюрити. Ну, давайте. Давайте, а то нам уже скоро домой надо будет идти. Мы сейчас в начале 9 уже будем выдвигаться. Мы сегодня с пол шестого гуляем. Вот какие мы молодцы. Так сказать, отрабатываем воскресенье. Прогулки воскресенья. Ну, давайте. А то папа сейчас временно поставить на паузу. О, все, началось, началось. Вроде Татошу вроде немножко расшевелили. Давай, давай, давай. Давай, Татошу, шевели Татошу. А ты, Татоша, шевели ногами. А то папа тут за тобой носился. Забирал у тебя мячик. Ты, наверное, все силы порастратил. Вот так вот. Так, Синди, иди. Иди, препятствия там. Препятствия брать, иди, иди. Иди. Ну, пойдем, Синди, пойдем. Папа пока на паузу поставит, а когда вы разбегаетесь, снова включится. Вот так вот. У нас пауза, перерыв. Так, ну, я включился. Синди включила пятую скорость. И сейчас она будет пытаться у Татоши включить хотя бы первую. Ну, потом переключит его на вторую. Да, Татоша? Давай, давай, давай. Давай, поактивнее. Привет, красавица. Дай папа тебя погладит. Дай погладит тебя. Вон какая ты у нас красавица. Какой хвост у тебя. Хвост. Любые женщины позавидуют твоему воротнику. Такому воротнику позавидуют. Ну, иди. Вон, вон, Татоша. Так, вот он. Татоша рядом. Татоша рядом. Татоша в теме. Папа. Вон она, как она его завлекает. А он какой-то, ты сегодня, Татоша, не завлекучий. А вчера так... тебя лабрадор черненькая жгучая. Да, он, не знаю, он что-то это самое уже, наверное, немножко. Я за ним же бегал здесь, ну, полчаса точно, он никак не поддавался, потом сдался, я у него забрал мячик, и слава богу. Ну ничего, сейчас я еще сейчас на одну паузу поставлю, и все-таки я думаю, Синди его разыграет. Не на ту нарвался. Она у нас молодцом. Так, у нас еще одна пауза в нашем репортаже. Вот эту лохматую колоду, которая лежит неподвижная, а девочка старается его разыграть. Ну, ничего страшного, подумаешь, у нас не будет экшена, зато у нас будет такая пара. Ну, она говорит, ну что, что? Ну, вабау, что, не признаешь, что ли, меня? Ну, ай, ой, лентяй, ой, лентяй, ой, лентяй. Со своим мячиком только. Он там с мячиком что-то. Сегодня у него день мячика. Футболист. Ну вот. Ну, забавная она. Ну давай, давай, Синди, поговори с ним. Ну, проведи с ним профилактическую беседу. Что нельзя так с девушками. Особенно с красивыми. Нельзя так. Нельзя самому себя так вести. Вот. Ну ладно. На этой позитивной ноте без особых пробежек мы пока выключаемся. Всем хорошего настроения и прекрасного воскресенья. Пока!